машина хорошая, и все. С не битой ничего, да, в авариях нет, не было? Нет, я вам Ару сказала. Битого ничего нет. Вторичный окрас. Просто царапан. Когда меня КамАЗ поцарапал, так, я шла по главной, ага, а он выезжал. У него либо тормозов не было, ага, либо хрен его знает. Ага. И он вот с двери, он сдирает вас мне ручку. Вас поцарапал, так, и КамАЗ поцарапал, а вам отрезали вот здесь? Да, потому что они не стали, ага, менять все, они отрезали. Ну, мы поняли. КамАЗ и поцарапал так, да, что вам все здесь отрезали, да, понятно? Да, дверь меняли, понятно, потому что там ручка была вырвана. Я понял. А стойку резали, потому что он поцарапал. Ну, потому что меняли вот это. Ну, что ж вы изначально это дело, да, меняли. Понятное дело. Я вижу, что здесь все меняли. Но она не битая. Конечно, не битая, не крашеная.